Образование в режиме онлайн. Изучать государственный язык можно будет в скайпе. Занятия начнутся 1 сентября. В этот же день заработает интернет-ресурс kuzhat.kz, который научит правильно оформлять на казахском бумаге. О новых направлениях в рамках проекта suile.kz рассказал директор фонда развития госязыка. По его словам, проект набирает популярность. Казахскому на сайте обучаются свыше 45 тысяч пользователей. Еще 15 тысяч используют мобильное приложение. Создана версия для детей. В будущем планируют создать варианты и для иностранных граждан. Suile.kz, он сейчас сделан для русскоязычных же. Я хотел, конечно, мечтал сделать его рабочий язык английским, а казахскую версию сделать на латинице, потому что все иностранные граждане, потом наши соотечественники, которые проживают за рубежом, их около 5 миллионов, они нам всегда пишут письмо, что сделайте на латинице. В следующем году постараемся сделать к Экспо.